Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Тема сегодняшнего видео – видеть во сне умерших родственников. Что делать? Очень часто такой вопрос я слышу от клиентов. И сегодня мы подробно разберем эту ситуацию, чтобы не было каких-то домыслов. Итак, видеть во сне умерших родственников – это всегда волнующее зрелище. Часто люди пугаются, когда им приходится видеть во сне умерших родственников. Но на самом деле в этом нет ничего страшного. Умершие люди лишь покинули свое тело, но никуда не дели свою душу, суть. Душой они по-прежнему помнят своих близких и любят их, и стараются им помочь и предостеречь от разных бед. Тем не менее, сонники утверждают, что видеть во сне умерших родственников – это к смене погоды, к дождю или снегу. Подробные сонники сочинялись для массового использования людьми, которые не всегда разбираются в вопросе и падки на громкие сенсации, интересные статьи и необъяснимые таинственные описания событий. Если порассуждать на происходящем в жизни с точки зрения причин и следствий, становится понятно, что видеть во сне умерших родственников вряд ли может сниться к перемене погоды, если только в таких случаях, когда ваше подсознание уже настроено на общение через символы вашего сонника, то приближение смены погоды будет отражаться именно в том, что вы будете видеть во сне умерших родственников. В случае, если вы не приверженец каких-либо сонников и вам впервые довелось видеть во сне умерших родственников, тогда вам стоит рассмотреть значение этого сна подробнее. Если родственник во сне просто сообщил вам некоторую информацию или предупреждение, воспринимайте это как послание от него. Значит, ваш родственник имел возможность видеть ваше будущее, решил помочь вам избежать какого-то неприятного для вас события. Если вам довелось видеть во сне умерших родственников в том облике, который вас напугал или не дал никакой полезной информации, значит, это могло быть отражением ваших собственных страхов смерти, проявившихся через вашего умершего родственника. Видеть во сне умерших родственников и убегать от них означает ваше стремление избежать той участи, что постигло их, а также показывает, что вы чувствуете угрызение совести из-за того, что мало уделяли вашим родственникам внимания при их жизни. Что-то не сделали, что-то не додали им. Видеть во сне умерших родственников и убегать от них – это также знамение того, что вам не хочется повторять судьбу этих родственников, и вы хотите держаться от них подальше, даже в ваших мыслях, даже тогда, когда они уже покинули этот мир. Видеть во сне умерших родственников, которые стараются забрать вас с собой, это один из самых неприятных снов, вызывающих у людей естественные и правомерные опасения. Чаще всего такие сны снятся женам, потерявшим мужей, или мужьям, у которых умерли жены, а также видеть во сне умерших родственников, зовущих за собой. Иногда приходится и детям, у которых умерли родители, с которыми они были в тесной душевной связи. Дело в том, что такие сны действительно могут предвещать вашу собственную смерть. И именно от того, что вас хотят умершие родственники, этого можно избежать. Поэтому, если вам довелось видеть во сне умерших родственников, которые стараются забрать вас с собой, после просыпания найдите фото приснившегося вам родственника и мысленно попросите его оставить вас в покое. Объясните, что вам будет лучше тут, на земле, а он и так может с вами общаться через сон. Также можете поставить ему свечку за упокой и заказать молебен. Видеть во сне умерших родственников в несвойственном им образе или несвойственным им занятием – это знак того, что вы затеваете новую деятельность, которая ни к чему хорошему не приведет. Постарайтесь еще раз пересмотреть все ваши планы, внимательно оценить все возможности и вероятные падения. Может, нужно что-то изменить в вашем предприятии, чтобы добиться успеха. Видеть во сне умерших родственников, окруженных праздником и весельем, это предвестие удачи. Причем удача эта будет осуществлена благодаря тому, что вы получили от этих самых родственников, когда они еще были живы и имели возможность на вас влиять, воспитывать, формировать ваши черты характера.
Видеть во сне умерших родственников в печали и трауре, ругающихся или в плохом настроении – предвестник трудностей в жизни из-за вашей недальновидности, непродуманности ваших поступков. Внимательно осмотритесь. Возможно, вы найдете недостатки в вашей деятельности, которые не замечали раньше. А родственникам обязательно поставьте свечку за упокой. Видеть во сне умерших родственников, которые просто смотрят на вас с укором или безразлично и ничего больше не делают, это отблеск их пристального наблюдения за вами, за вашей жизнью. Вы бы почувствовали их внимание и во время бодрствования, если бы повседневные дела не отвлекали вас от активности в энергетических слоях бытия. Видеть во сне умерших родственников в их более молодом облике, особенно если при жизни вы их молодыми не видели, это знак очень благоприятный. Во-первых, это всегда означает, что ваши умершие родственники чувствуют себя круто, очень хорошо и благостно. Во-вторых, это знак того, что они делятся с вами своей радостью, покровительствуют вам в ваших делах. Поэтому если к вам пришлось видеть во сне умерших родственников в молодом облике, можете без лишних размышлений начинать новое дело, ввязываться в любые авантюры, и у вас есть покровители, которые помогут вам достичь успеха. Видеть во сне умерших родственников, которые дают вам какие-либо подарки, тут нужно обратить внимание на сам подарок. Если он вызывает у вас положительные эмоции, то это благоприятный знак. Вы под покровительством ваших родственников, и вас ждет удача. Если вам пришлось видеть во сне умерших родственников, которые подарили некий неприятный, настораживающий подарок, подумайте, может, у вас есть перед этими родственниками непогашенные долги? Может, вы еще сердитесь на них за что-то, и вам следует их простить? Поработайте над жизненными ситуациями, связанными с этими родственниками, и отпустите ваши чувства к нему. Видеть во сне умерших родственников, даривших вам неизвестный подарок, ждите, в вашей жизни придут нежданные новости и превзойдут перемены, которые станут для вас неожиданными. Готовьтесь к вестям издалека.